идея родилась еще 8 лет назад. На 9 мая посадили дуб. Ну, решил, а вот так вот сказал ребятам, тоже молодежи. Они прям вдохновились, вот как бы они меня вдохновили на все это. А как родилась? Ну, если такие события, 500 детей, для чего, для кого и ради чего. И 14 тысяч. И сейчас люди гибнут. Все разрушено. Как идея? Какая? Это не идея, это просто долг. Есть и родственники, и знакомые, все есть. И мать там, только я не знаю, живая, сейчас не живая, но надеюсь, что все нормально. Ну, так и узнают. Вот, благодаря вот таким ребятам. Административный ресурс, друзья по стране, знакомые, друзья друзей. Так и едем потихоньку.